Главный принцип первого свидания – у вас никогда не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление. Неудачное первое свидание перечеркивает тысячи зарождавшихся историй любви. Как избежать ошибок, сегодня расскажем. А пока подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, чтобы не пропустить новые ролики и порадовать нас. А 1000 рублей получит подписчик, комментарий которого не наберет лайки. Опаздывать. Если женщина и заставляет тебя ждать, то она не опаздывает, а задерживается. Все же ей нужно много для этого сделать. Мужчина, явившийся не в 7, а в 7:20, хам и бестолочь, потому что... Да потому что. Если ты не способен грамотно распланировать собственное время, с женщиной ты тем более не справишься. Не иметь плана. Последнее, что женщина хочет услышать, придя навстречу, куда ты сам же ее и зазвал, вялое «ну и чем займемся?». Так уж исторически сложилось, что функции анимации целиком и полностью лежит на мужчине. Занять неправильную позицию. Любой психолог тебе скажет, незнакомец, усевшийся за столом прямо напротив, вызывает неконтролируемый нервак. Плюхаться рядом мы бы тоже не советовали. Слишком интимно для первого свидания. Оптимальный вариант – сесть по диагонали друг к другу. Заказывать неаккуратную пищу. Возможно, женщин из племени Мурси и впечатлило бы, как ты плотоядно вгрызаешься в плоть невинно убитого животного. Но у некоторых девушек это вызовет скорее неловкость и брезгливость. Заказывайте что-нибудь легкое. Говорить только о себе. Травление баек, которые выставляют тебя в нужном свете – стандартная процедура для первого свидания. Но ограничиваться этим не нужно. Придерживайтесь такой схемы – не сболтать лишнего, продемонстрировать свое внимание и заинтересованность. Упоминать бывшую. Это ни хорошо, ни плохо. Если та, с кем ты встречаешься, представляет нездоровый интерес к этой теме, следует емко и хладнокровно охарактеризовать ее предшественницу. Приукрашивать действительность. Не факт, что девушка решит в твою пользу именно благодаря информации о черном поясе по муай-тай, но совершенно точно разочаруется и обломается, когда впоследствии выяснится, что единственное, чем ты можешь похвастаться – неуемная фантазия. Жаловаться. Душещипательные истории о том, как в детстве мама кормила тебя вискосом, как в институт ты не поступил, потому что не было блата, рассказывать не стоит. А лучше вообще всегда держать это при себе. Отвечать на мобильный. Отключенный на время ужина телефон – гораздо более простой, элегантный и наглядный способ дать понять спутнице, что ты не на шутку заинтересован во всем происходящем и в ней самой. Перебрать с алкоголем. Напиваться настолько, чтобы не вязать лыка, или наоборот нести черт знает что, очень и очень плохой вариант. Имейте в виду, отмазка, что вы перенервничали, не сработает. Никто не посчитает это завуалированным комплиментом собственной неотразимости. А на этом все, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал и рассказывать об этом ролике своим друзьям. Также смотрите предыдущие ролики. Всем хорошего настроения и до встречи!